как вставить музыку в видео. Эпоха немого кино давно миновала, и вряд ли сейчас кто-то захочет смотреть фильм или ролик совсем без звука. Если вы решили создать собственное видео, необходимо это учесть. Даже если действия, происходящие в вашем фильме, не нуждаются в словах и пояснениях, поставьте в качестве фона красивую песню, поверьте, видео от этого только выиграет. А поможет вам в этом Movavi Video Redactor Plus. Скачайте его сейчас и заставьте ваши видеозаписи звучать по-новому. Как наложить музыку на видео? Воспользуйтесь Movavi Video Redactor Plus и этой простой инструкцией. Шаг 1. Установите Movavi Video Redactor Plus. Скачайте редактор видео на русском языке с нашего сайта. По завершении загрузки запустите установочный файл программы и следуйте инструкциям по установке. Шаг 2. Добавьте в программу видео и аудио. Запустите нашу программу для наложения музыки на видео. Нажмите кнопку «Добавить файлы» и выберите видео, к которому вы хотите добавить звуковую дорожку и аудиофайл, который будет использоваться в качестве саундтрека. Загруженные вами файлы будут автоматически добавлены на соответствующие дорожки монтажного стола, видео – на видеотрек, аудио – на аудиотрек. Шаг 3. Отрегулируйте длительность звука. Когда вы будете соединять музыку и видео, вы можете столкнуться с тем, что у добавленных видео и аудиофайла разная длительность. Здесь возможны два варианта. Аудиофайл длиннее, чем видео. Кликните на аудио, переместите бегунок в конец видеофайла на монтажном столе и нажмите на иконку с ножницами. Затем щелкните по ненужному звуковому фрагменту и нажмите Delete на клавиатуре, чтобы удалить фрагмент. Видео длиннее, чем музыка. Добавьте на звуковую дорожку несколько копий выбранного аудиофайла, щелкните по файлу правой кнопкой мыши и выберите «Копировать», а затем «Вставить». Обрежьте лишнее. Помните, что в Movavi Video Redactor Plus вы можете вставить в видео сразу несколько звуковых дорожек. Например, одну дорожку можно использовать для фоновой музыки, а другую – для звуковых спецэффектов. Шаг 4. Сохранить результат наложения звука на видео оказалось довольно простым делом. Теперь осталось записать все в один видеофайл. Нажмите кнопку «Сохранить» и выберите одну из опций экспорта из вкладок в левой части окна. Программа предложит сохранить видео в папку Movavi Library. При желании вы можете поменять папку. Укажите видеоформат или модель мобильного устройства и нажмите кнопку «Старт». Когда процесс сохранения завершится, вы найдете готовый видеофайл в выбранной папке. Видеоредактор для Android от Movavi Movavi Clips – это бесплатное приложение, с которым вы сможете создавать захватывающие фильмы на своем мобильном устройстве. Просто добавьте видео в программу, вырежьте ненужные кадры, добавьте хорошую музыку и готово. Скачайте видеоредактор для Android бесплатно и попробуйте сами. Ссылка в описании.